Владимир Амелян накануне в интервью журналистам рассказал, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после возвращения Кубани под контроль Киева. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, губернатор Краснодарского края предложил направить украинскому чиновнику партию учебников по истории и географии. Мы должны настолько вместе сплотиться, чтобы никто сюда не заполз и даже не думал, и даже не рассуждал вот на эту тему, что Кубань при каких-то там страшных снах даже может стать украинской. Никогда она не была и не будет. Если там дефицит продуктов питания или сельхозпродукции, это не значит, что этот дефицит нужно решать за счет Кубани. И когда Екатерина II жаловала землю запорожским казакам для создания российскую землю, создания казачьих куреней, она не брала в расчет потребности, не существующую еще на тот период Украины. А сегодня на чужой каравай рот не раздевай, знаете, как говорится. Эту новость Вениамин Кондратьев прокомментировал во время рабочего визита в Белогвинский район.